Вітаємо вас, друзі, в ефірі програма «Це вас хвилює» в студії Нелі Толмач. Літо у розпалі, період відпусток у розпалі, і саме зараз хочеться насолодитися усіма принадами літа. Але при цьому треба все ж таки зважити і поставити на всі нюанси, які можуть вплинути на самопочуття людини. Саме про це ми сьогодні поговоримо з гостем студії. До нас завітав завідувач терапевтичного відділення Миколаївського обласного госпіталю ветеранів війни Андрій Шагін. Андрію Борисовичу, я вас вітаю, дякую, що ви сьогодні з нами. Ви знаєте, традиційно прийнято, що літо – це період оздоровлення. Між тим, фахівці наголошують на тому, що саме у літній період треба ретельно відстежувати стан свого здоров'я. Чому ж так літня пора небезпечна для здоров'я виходить? Ну, виходить, люди, у нас же ж юг України, люди приїжджають сюди на відпочинок з різних місць, з різних держав і, в принципі, по-разному підготовленими. И встречаются здесь с массой этих факторов внешней среды, с какими-то определенными там, новыми социальными факторами возможными, с которыми не сталкивались у себя. И здесь вот вопрос, как среагировать правильно и насколько подготовиться организовать, и организовать да? себя, организовать семью, потому что едут в основном семьями. Едут с детьми, едут с пожилыми родителями. И вот здесь, так сказать, вопрос именно ну, рациональной подготовки, адекватного, так сказать, подхода к своему отдыху очень важен. Очень потому важен. Что, да, масса факторов – это и солнечная радиация, это и градусы. Особенность региона нашего, да? Да, да. Это и температура повышенная, да, и питьевая вода, и пища. Это все надо учитывать. Андрей Борисович, давайте начнем, вот, в принципе, из статистики. Какие болезни в этот период наиболее проявляют себя? Ну, в принципе, здесь получается, конечно, мы всегда говорим о том, что влияние на сердечно-сосудистую систему очень важно, и это действительно так. Потому что при воздействии чрезвычайных факторов, да, прежде всего реагируют больные с этой патологией. Это больные с ишемической болезнью сердца, это больные со стенокардией, с гипертонической болезнью. Также хронические заболевания легких, бронхиты, бронхиальная астма. Часто, так сказать, декомпенсации или патологические состояния, заболевания эндокринологические, очень важен сахарный диабет, щитовидная железа, надпочечники. Также в профиль, так сказать, ну, скажем, пограничных состояний, которые должны быть учитываться при, так сказать, подходе к комплексному решению вопроса об отдыхе. И психический статус, психиатрические заболевания. Ну и, конечно, дети, пожилые люди. Это особая есть группа, да, требующая всегда внимания. Это особая группа, да. И здесь ну, пожилые действительно люди болеют чаще. У них уже есть букет хронических заболеваний, который, в принципе, может отразиться на состоянии в той или иной степени. Ну, мы боимся, чтобы это не было декомпенсацией состояния. А вот специалисты всегда, особенно в нашем южном регионе, подчеркивают, внимание наше акцентируют на времени пребывания на солнце. Собственно говоря, вот эти вот солнечные ванны, к которым мы стремимся, целый год мы мечтаем, что наконец-то мы приедем на моря, а вот на морях, на пляже есть определенные ограничения. С каждым годом они все жестче и жестче. Особенно заявляют о них эндокринологи. Да, потому что, ну вот недавно и прошел сюжет по телевидению о том, что был большой выброс с солнца Продуберанс, который повлек за собой резкое увеличение солнечной радиации, и даже в детские учреждения пошло штормовое предупреждение, в каком плане, чтобы детей не выводить, ограничить резко, да, пребывание на открытом солнце. И мы должны учитывать и то, что ну, и радиационная обстановка определенная, тоже она должна учитываться нами в сумме и в комплексе факторов. Вот, поэтому
ну, скажем так, отдых – это тоже есть какая-то определенная работа. Мудрость. Да, да. То есть здесь нельзя подходить просто так. Пришел, упал на пляж и расслабился. Да, и родители должны знать четко, или просто люди, приехавшие на отдых, они должны знать, что они должны обязательно адаптироваться к тем условиям, которые для них могут быть вновь. Поэтому, безусловно, первые 2-3 дня, они очень важны в плане пребывания, времени пребывания, частоты пребывания на открытом солнце. Вот, обязательно профилактически должны люди, отдыхающие, знать, что где-то есть тенек, или палатка стоит, или зонт стоит, чтобы можно было уходить в тень после пребывания на открытом солнце. И, конечно, в первые дни, вот эти первые там 2-3 дня, рекомендуется до получаса. А те, кто, в принципе, ну, страдает какими-то определенными заболеваниями, то и до 15-20 минут сократить вот такое однократное пребывание на солнце. А потом желательно переходить в тень, принимать душ, вот, ну, охлаждаться, и охлаждаться, да, принимать жидкость. Если мы берем широкую массу отдыхающих или, в принципе, тех людей, которые в городе проводят лето, вот самые активные пики, это все-таки до 11 мы можем пребывать на солнце или сейчас еще жестче меры, потому что вот в некотором источнике я читала, что даже до 10 часов. Ну, в принципе, да, безусловно, тут и рекомендуют, что если вы хотите на море и позагорать, то лучше выходить с утра, с 7 часов, там, с 7:30, лучше до 10 часов, это максимально благоприятный, такой комфортный промежуток времени, с 11 часов. Ну, в каких, так сказать, монографиях и трудах это звучит, с 11, ну, с 12 до 15 или до 16 даже, это период самого активного солнца. И здесь, в принципе, если, как говорится, наплевательски отнестись или легкомысленно отнестись к этому, то это чревато. Это чревато. А чем чревато? Да. Чем Давайте дальше уже идти, потому что раз уж мы начали, последствия серьезные. Да. Да, здесь, ну как, солнечная радиация, да, это солнечные ожоги первой, второй, третьей степени. Они могут быть настолько серьезными, что некоторых пациентов, некоторых отдыхающих приходится даже госпитализировать в специализированные ожоговые центры, потому что ожоги бывают глубокие, второй Б, там, третьей стадии. Угу. Вот. Опять же, солнечная радиация сама по себе, вот особенно в период такой активности, там, вот с 11 до 15, может вызвать солнечный удар, который тоже проявляется дисфункцией сердечно-сосудистой системы, могут обмороки быть, или настолько гипертермия может проявиться, что человек может потерять сознание, и ситуация может прийти даже к реанимационной. Выйти из-под контроля, да, во всяком случае. Да. Какую первую помощь надо оказать вот в таком случае, если рядом родственники, или, собственно говоря, может быть, самому себе, если что-то стало плохо, потому что хорошо тем, кто все-таки на морях, у них море рядом, а те, кто в маршрутках, в троллейбусах, это типичная ситуация, тепловые удары в летний период. И солнечный тепловой удар, да, они вот так и проявляются. Ну, во-первых, признаки, да, это покраснение, учащенное дыхание, головная боль, в принципе, учащенный пульс. Здесь потоотделение, ну, потому что идет процесс как бы дисбаланса между теплоотдачей и теплопродукцией. Вот, и, конечно, организм пытается это все компенсировать. Но, тем не менее, если факторы, так сказать, вредны, не выведен быстро из-под воздействия его человек, то тогда, получается, мы можем добиться вот того, что я говорил ранее. Здесь что? Здесь, конечно, надо так, найти тенистое место, зонд, какой-то навес, просто дерево можно, да, создать эту тень, так, чтобы это было хорошо вентилируемое место. Безусловно, сразу попытаться охладить человека, в сознании он или без сознания, значит, на голову холод, примочки холодные, в основном в местах, где проходят самые крупные кровеносные сосуды. Это шея, подмышки, пах, область сердца.
Можно даже спиртом промазать, он помогает, он быстро улетучивается, и он помогает охлаждать. Да, да, там спирт, даже уксус пищевой, вот если, если это под рукой. Вот. Больной, говорю, ну, человек, который попал под такую, такого, да, да, ситуацию теплового удара, значит, поить надо обязательно, потому что теряется жидкость, много жидкости. Может перед этим предшествовать такие ситуации, что потеряно 3, 4, 6 литров жидкости. Ну, вот если работает, например, на открытом воздухе человек без так сказать, профилактических мер, препятствующих воздействию солнечной радиации или теплового фактора. Вот, поэтому жидкость обязательно много пить, как профилактическое средство, когда ситуация уже идет к тому, что вот она может уйти, так сказать, из-под контроля, тогда, да, тогда и солевые растворы уже надо применять. Ну и если такие простейшие мероприятия не приводят к успеху, ну тогда надо уже... Медучреждение тогда уже, да, в принципе, если есть рядом какое-то медицинское учреждение, пункт, туда обращаться или вызывать скорую помощь для того, чтобы оказали уже специализированную помощь. Андрей Борисович, если мы говорим о общем объеме жидкости, потребляемой в летний период, это очень важный момент, потому что и диетологи, и специалисты, которые пропагандируют рациональное питание, говорят, что в принципе надо жидкости употреблять много. Но если, например, у человека существуют хронические заболевания, если уже у него есть отечность, вот как быть в этом случае? Здесь, конечно, лучше... так сказать, пользоваться проверенными средствами, потому что многие наши пациенты, они уже знают, что вот в такой ситуации, например, там больной с сахарным диабетом, он почувствовал, да, что жажда усилилась, что немножко голова начала больше болеть, сухость кожи появилась, он начинает заранее принимать и контролировать свои медикаменты. Точно так же, там, например, гипертоники, те, кто принимает препараты, например, которые регулируют свертываемость крови или же ее текучесть. Вот, это тоже важный момент, что такие пациенты должны с усиленным контролем относиться вот в данный момент такой ситуации к приему медикаментов. Ну, будучи, как говорится, просто на улице гуляя или будучи вот такой ситуации на отдыхе. И обязательно иметь с собой воду надо, потому что вот я сказал, что можно, в принципе, в различных ситуациях можно потерять до 3-4 литров с потом. Угу. Вот. Конечно, у нас есть, скажем так, индивидуальная реакция на факторы внешней среды. Кто-то потеет сильно, кто-то нет. Вот, например, там жители южных стран, Африки, у них устроены так потовые и сальные железы, что они больше производят влаги, и им проще переносить, так сказать, и адаптироваться в ситуациях, когда повышается температура, там, солнечная радиация. У нас, как говорится, у жителей, так сказать, юга Украины, ну, тоже многие адаптированы, но, тем не менее, вот с этими нюансами надо обязательно, как говорится, учитывать их и пить воду, да, и соленую, там солевые растворы есть, вот регидрон, например, если уже теряется эта вода. Можно как контролировать? Моча, просто вот посмотреть на цвет, если она темная такая, концентрированная, то надо воды еще больше пить, да, это как простой такой тест, да, видимый, так сказать, не надо... Так, каждый может проверить, да? Каждый может элементарно проверить. Андрей Борисович, ну а в принципе, вот потому что диетологи говорят, что взрослому, более-менее здоровому человеку можно в день употреблять не меньше 2,5 литров воды. Можно ли брать вот этот как бы момент как за основу организации своего питания и вот этого питьевого режима? Да, я думаю, что надо... Ну, на взрослого человека, да, да. Ребенку немножко меньше, исходя из того, там, до 6, до 12 лет, подростку 15-16 лет, ну, где-то 3 четверти ребенку, где-то до половины взрослой нормы, тем не менее, да, ну, и отдавать предпочтение тем,
как говорится, той жидкости, которую уже проверили, которую принимали. Есть сейчас минеральные воды, не газифицированные, просто минерализированные, вот, слабой минерализации, средней, высокой. Поэтому каждый может выбрать то, что ему нужно, и посоветоваться с врачом накануне, например, того же отдыха, и принимать. Да, рекомендовано от 2,5 до 3 литров вот, в среднем. В принципе, даже не газированной воды, не чистая, очищенная вода. Да, если есть варианты, да, там, например, вот приехали в начале отпуска люди на море, лучше взять даже там 5-6-литровый бак такой, да, с водой минеральной, но не газированной, вот, для того, чтобы адаптироваться именно к воде данного региона. Очень много сейчас специалистов-аллергологов делают акцент на аллергических проявлениях во время вот летнего отпуска, в принципе, в летний период. Выводится такой момент, как аллергия на солнце. Я думаю, что это напрямую, наверное, как-то связано с иммунитетом, с общим состоянием организма. Как часто в своей практике вы сталкиваетесь с такими моментами? Да, есть и непосредственно даже ситуация, и, так сказать, болезни, аллергические реакции именно на солнце. Солнечная, да, на солнечную радиацию, да, когда достаточно небольшой дозировки данному пациенту, человеку, чтобы появилась краснота, высыпание, даже появились и где-то даже состояния близкие вот к ожогам второй степени, когда уже и пузыри появляются. Да. Причем это не, там, не на третий, там, пятый, седьмой день, когда человек так чуть-чуть больше полежал на солнце и обгорел, а именно сразу же. Вот. В таких случаях, конечно, рекомендуется желательно, чтобы был набор кремов. Защитные, кремозащиты, да. Вот, ну, в крайнем случае, вот есть народные, да, средства, та же вот там сыворотка, кефир, сметана, которые можно деток как-то обрабатывать. Обезопасить. Как-то обезопасить, когда, нет, например, возможности куда-то выехали, там, в степь, на море, где нет магазинов, супермаркетов. Вот, тоже использовать, так сказать, опыт народной медицины и возможности компенсации. А антиаллергические какие-то препараты надо ли принимать в этом случае? Потому что укусы комаров, клещи сейчас, всякая вот такая вот активность, и если человек склонен к аллергическим реакциям, то возможно все-таки как-то себя обезопасить? Да, я думаю, что имеет смысл, как говорится, вообще аптечку небольшую складывать с собой на отдых, на море. Вот, и число препаратов, которые там в этой аптечке должны быть, это все-таки, да, должны быть представители антигистамины, противоаллергических групп. Да. Да. Лоротадин, цитрин, диазолин самое простое, как говорится, да, средство, оно хорошо переносится и оно рекомендуется для того, чтобы вот первично снять хотя бы остроту проявлений. Так. А если реакция развивается дальше, то тогда уже, так сказать, переходить уже на помощь доктора, специалиста. Андрей Борисович, вот сейчас самый такой главный момент нашей передачи, потому что вот если, например, семья собирается на отдых, да, или просто на дачу, или в лес, с собой какие препараты желательно иметь обязательно? Вот как собрать вот эту аптечку? Вот вы говорите, антигистаминные препараты, а что еще должно быть в этой аптечке? В принципе, обязательно препараты, которые помогут, например, пища, например, новая, да, вода может быть из источников. Бывает иногда пищевые отравления или реакция на ту же самую воду из реки и так далее, если нет там каких-то непосредственно установок, которые могут опреснить и улучшить качество, да? Очистить, да, то тогда обязательно должны быть сорбенты, да, хотя бы просто активированный уголь. Белый уголь. Ну, можно, в принципе, как сорбент использовать мел даже. Вот. Он тоже можно его разводить и выпивать. Он, получается, тоже сорбирует токсины. Обязательно препараты, которые помогают бороться с температурной реакцией. То есть здесь надо иметь в виду, что могут быть просто какие-то инфекции, заработанные на воздухе, на море, на пляже, в лесу. Вот, чтобы не было гипертермии, значит, принимать
Но это не когда тепловой удар, а именно когда уже проявляется, то есть насморк появляется, да, слезотечение. Определенные симптомы. Да, то есть противовирусный тоже орбидол взять или омизон взять, это должно быть. Парацетамол, например, аспирин, как и противовоспалительный, и как снижающий температуру, да. Вот, обязательно взять препараты, которые помогут снять диарею, то есть убрать раздражение кишечника, лапирамид, в принципе, как самый простой препарат, который помогает. И доступный, да. Сердечное что? Потому что это тоже очень важно, потому что люди с гипертонией, с какими-то хроническими сердечными заболеваниями, солнце, жара. Да, ну, гипертоники, они обычно знают свои препараты, и всегда у них они есть, то есть там гипотензивные, которые расписаны, энолаприл, там лизинаприл, рамиприлы, бета-блокаторы, да, антагонисты кальция, они все берут с собой, да. В принципе, аспирин, например, он хорош чем, что он может и помочь и как противовоспалительный, там, дозировка, там, по одной таблетке 4 раза в день, и в то же время, как там, одна четвертая таблеточки, он действует как разжижающий. Кровь разжижает, да? Да. Угу. То есть эти препараты обязательно надо иметь у себя, так сказать, в наличии, в аптечке. Вот. Ну, это для всех, как бы, да. Вы знаете, Андрей Борисович, вот очень часто, опять-таки, последняя статистика просматриваю, и отзывы и рекомендации уже людей непосредственно на какие-то ситуации. И очень часто мамочки жалуются на то, что вот наконец-то у семьи получилось съездить на отдых, например, на моря, потому как мы на юге живем, и с нами, нам это очень близко, да? Однако именно в момент отдыха ребенок начинает болеть. Или по прошествии уже отпуска, приехали, вроде как оздоровились, ребенок начинает болеть. С чем это связано и можно ли это как-то предотвратить для того, чтобы подготовить себя, собственно говоря, к поездке какой-то и к определенным факторам? Да, конечно, дети – это наши цветы жизни, это наше будущее, это то, ради кого мы живем на этой земле. И готовились к каким-то конкретным вот таким мероприятиям, это серьезное такое семейное мероприятие, обязательно надо подумать о ребенке, в чем он будет одет, в чем он будет загорать, как он будет плавать. Но и в то же время, если ребенок, ну, уже, как говорится, понимает, уже в возрасте там 3 года и больше, то ему объяснять простейшие правила поведения, что он должен долго не находиться на солнце, купаться, не заглатывать воду, потому что в воде масса сейчас имеется патогенных факторов, которых и нет вот у нас контактов в обычной жизни, вот, ну а в море сколько угодно. Вот особенно в местах таких не диких пляжей, а в местах массовых скоплений людей отдыхающих. Вот, поэтому вопрос питания очень важен. Важно, чтобы ребенок питался тем, к чему он уже привык. Нежелательно проводить какие-то пищевые эксперименты и давать новые продукты сразу. Постепенно вводить небольшими порциями для того, чтобы была видна реакция ребенка на этот пищевой продукт. Вот то, что мы говорили о воде. Желательно приехать со своей водой или купить такой сертифицированный продукт в магазине, супермаркете, чтобы вот первое время ребенок пил эту воду и не бегал по минералкам, по напиткам охлажденным, сладким, газированным, которых тоже, ну, в общем-то, есть проблемы при их приеме и последствиях. Хочешь быть здоровым, будь им, да? Будь им и готовься. Собственно говоря, от нас это зависит, да? Когда человек возвращается уже в привычную для себя среду, какое время тоже адаптации? Потому что организм так устроен, что это сложный механизм, да? Его пока ты направляешь в одно русло, быстро заканчивается отпуск, и потом вот становишься уже в свой обычный режим, рабочее место. Да, вопросы акклиматизации, конечно, важны, потому что здесь, ну, если приехал, например,
человек из Херсона или из Крыма сюда к нам, да, или с ближайших областей. Для него это более понятно. Да, да, понятно. А если приезжают с Западной Украины, приезжают с России, многие сейчас вот у нас отдыхают. В Белоруссии, да, вот в Коблево, в Рыбаковке сейчас масса таких людей. Они должны понимать, что вот период акклиматизации обязательно существует, и не надо, если уже приехал, то сразу, как говорится, позволять себе все. То есть, действительно, где-то первые 2-3 дня у нас действительно иммунитет должен перестроиться, должны перестроиться, как говорится, наши внутренние биологические часы для того, чтобы настроиться и на солнечную активность, и на другой ритм деятельности. Поэтому вот первые 2-3 дня по приезду и где-то 2-3 дня после приезда домой надо немножко к себе так тщательнее относиться с таким за здоровым скепсисом и критикой и не позволять себе, как говорится, лишнего. Это правда. Во всем должна быть мера. Вот несколько слов, знаете, заключительных, как итог нашей беседы. Типичные ошибки, с которыми очень часто сталкиваются медики-профессионалы и которые, собственно говоря, мешают вот этому здоровому отдыху и влияют на общую ситуацию. Вот ваш зритель и, возможно, сегодня кто-то услышит и действительно это ему поможет. Да, я так выражу, наверное, мнение и профессионалов, тех, кто действительно сталкивается с такими ситуациями, уважаемые телезрители и члены ваших семей. Тут надо действительно, вот как итогом нашей беседы, сказать о том, что всегда надо быть подготовленным к тому, к той ситуации, в которой вы окажетесь. Стараться составить определенный план отдыха, подумать о том, что нужно взять с собой не только из вещей, не только поплавать на море, но и то, что будет обеспечивать ваш быт, ваше здоровье, здоровье ваших детей и близких. И это аптечка, это питание, это вода, это нормальная одежда летняя, когда вы не одеваете какую-то синтетическую одежду, а одеваете хорошее, добротное, из натуральных тканей, да, одежду, обязательно головные уборы, чтобы были, на детях это 100%, дети никогда не должны выходить на открытое солнце без панамки какой-то, без кепочки, обязательно должна быть вода, проверенная, сертифицированная. Все будет хорошо. И будем надеяться, что все будет хорошо у вас и ваших близких. Дай Бог, чтобы так и было. Спасибо большое за ваши рекомендации, очень ценные советы, полезные. И думаю, что действительно для кого-то сегодня эта информация станет действительно полезной, и его отдых будет комфортным, веселым и запомнится на целый год. Спасибо будем большое. Будем надеяться. Шановні друзі, підходить до завершення. Програма «Це вас хвилює». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Я бажаю вам міцного здоров'я і залишайтеся на нашій затишній хвилі і надалі.